Зачем мне слушать? Я, конечно, никакой не ботаник, но, по-моему, Райан погубил Аркадию. Он распылил в воздухе какую-то дрянь. Дно океана, парень. Весь кислород дают деревья. Нет деревьев, нет кислорода. Мне надо подумать. Подружка Райана в Аркадии. Это дамочка по имени Лэнгфорд. В общем, она ничего, но за деньги ни от какой грязной работы не откажется. Если она еще жива, то, думаю, захочет спасти деревья. Ведь это она их сажала. Можно меня выпустить? Деревья. Это же не ты, правда? Нет. Райан. Кажется, я знаю, как спасти деревья. Это генетический препарат. О, смотри, с кем я. У меня вроде нет анимации, это статичная картинка. Ты не мог бы найти мне образец розы Галики? Ты серьезно? Ты не можешь в своем чертом саду найти образец какой-то розы, да? Это реально странно. Конечно, не против убийства мутантов, но... Мне скоро патроны выдадут еще. Там ржет опять. Ого. Они рядятся в листья и именуют себя сатурнийцами с ума сойти. Пьют человеческую кровь и распевают «Укротим пламя, укротим туман». И верят, что их ведут древние боги. Ха-ха, стареющие мажоры, которые убиваются плазмидами и называют это амброзией. Гений. Так, все погас. Теперь плюс финал. Дальше. Так, ты. Прекращи. Мне все это напоминает поведение Джокера. Джетки азот. Кислород на критическом уровне. Начал процесс герметизации. Все шлюзы закрыты. Благодарим за внимание. Город построен так, чтобы никого не выпустить в случае тревоги. Либо мы вернем эти деревья, либо ты останешься тут насовсем. Плохо. Надо возвращать все как было. Опять. Как только мы сюда пришли, Маша подняла крик. Мама, мама, что это такое? Я думала, у нее припадок, но затем поняла. Деревья, деревья. Никогда раньше их не видели. Решили, что это чудовище. О, Сэмми, не надо было нам сюда приходить. Ок. Так, ладно. Как-то странно вода выглядит. Очень странно. Прямо очень-очень странно. Так, ну здесь опять какие-то пещеры открылись. Есть лут. Это хорошо. Так. Кто бы то ни был, выходи. Вот это. Ну, я в камнях застрял. Тут есть лут, кроме вина. Ну просто... У них стратегия споить главного героя, все. Опять-таки... Аналоги. Да. Так оно и бывает. Где моя кукла? Вон отрава! У
Убейте его! Мне показалось, что там еще один Биг Дэдди ходит. Я бы офигелся там, на самом деле. Встречу с третьим Биг Дэдди я бы вряд ли пережил. А, новый фистоник. Маскировка безопасности. А, давай, иди сюда, иди сюда. А, дурак. Дурак, это не может ходить, правильно? Правильно. Нет, здесь уже все пугает, на самом деле. Думаю, что сейчас придет еще одна битва. Маленько, кажется. За звуки. Успел? Нет, не успел. Нужно искать эту дичь. Парни. Голос. Нафиг. И нафиг. Так, прекращайте. Хилиться и еще найти обычный магазин. Так. А, это опять не то. Ладно. Тема до обычного магазина нам еще далеко. Там еще турель. А, может это же так делать? Кто это сделал? Кто это сделал, вашу мать? Признавайтесь. Трудно поверить, как многое изменилось с тех пор, как я ушла от доктора Штайнмана. Восторг так изменился, его почти не узнать. Я слышала, что творилось на площади Аполлона. Я спросила у Райана, как он может так поступать с невинными людьми. Он возмутился. Невинные? Если они захотели защищать Восторг, значит, приняли сторону Атласа и его бандитов. Так что никаких невиновных тут нет. Только герои и преступники. Я не хотел так делать. Киса, киса, вставай. Киса, нам нужно идти. Колонна сломалась. Грегори, не надо мне жаловаться. И не жди, что я стану карать граждан за их инициативу. Если тебе не по душе то, чем занят Фонтейн, что ж, попробуй сам предложить что-нибудь получше. Мне кажется, или здесь будет босс? Фонарик.
горит. Можно включить сигнализацию. Отлично. Опять генный банк. Как эту дверь не открыть? Ага. А я думал, они снизу. Чё ж ты такой живучий? Да пошли вы все нафиг. Я ухожу. Все, вы меня обидели. Вы меня обидели. Все облутать. Осталось ли тут хоть что-нибудь, что не растащили эти дикари? Бумажные полотенца, чертильницы, даже мои старые подшивки географического обозрения. Небось украшают ими теперь свои мерзкие алтари, проклятые маньяки. Опять крабы. Ах, эти крабы. Тоже все затоплено. Найс. Не, научусь когда-нибудь делать аптечки. Мне вот это очень нужно. Дают напалм и жидкий азот, но при этом не дают огнемет. Зачем? Здравствуй. Джулия, откроешь дверь? Мы заключили сделку, ты и я, разве нет? Позволь, я тебе зачитаю контракт. Раздел 3, параграф 4. Мистер Райан. Райан Корпорейшн сохраняет за собой эксклюзивные права на создание, использование и применение препарата лазер. Погодите! Нет, прошу вас! Право собственности — это цивилизация, Джулия. Мистер Райан! Мистер Райан! Ты решил подумать. Девять, четыре, пять, семь. Так ведь? Кажется. Всякий раз, когда мы продвигаемся на шаг вперед, Райан берет и отодвигает конечную цель на другой край поля. О, да. Теперь мы можем что-то делать.
Что это? Сейф. Наверное, код отсюда. 9 4 5 7, вроде бы, если я не ошибаюсь. Да? Ключ от рынка. Есть сложное задание. Создать препарат лазера. Блин, мне так нравятся пушки, которые вот здесь сделаны, типа гранатометы и вот этого. Сразу видно, они сделаны супер колхозно, но, блин, это только плюс. Еще непонятно, почему она просто не закрыла себе рукой, допустим, рот и нос, и просто упала бы. Он бы подумал, что она померла. Все. Тем более, мы ведь не получили никакого урона от этого. Второго. Гореть. Что это? Да вы издеваетесь, там еще один. Еще один Биг Дэдди. У меня нет у него патронов, наверное. Да, нет. Противопехотные патроны. То есть, по идее, я могу его убить, но у меня слишком мало ресурсов, повторюсь. Уходит такой, посмотрите. Револьвер и огнемет. А, еще на этом дофига патронов на автомате. Что за звуки? Что за звуки? Ладно, давайте попробуем. Хорошо, бабочку убить. Здравствуй. Нифига урон по нему. Слушайте, вот это уже... С этим можно жить. А, там. Вообще, турель. Забыл про турель. Идиотина. Как можно было? Ну, мать. Только не говорите, что у меня сейчас еще и жидкий азот отберут. Брали, это радует. Так, что у меня вообще есть по оружию? Автомат остался. Растянул. А пошел ты нафиг, знаешь ли. Где-то есть. Ну, почти. Просто все дело в том, что я потратил слишком дофига аптечек. Иди сюда. Теперь надо автоматы. Вот так. Что? Что это было? Так, аккуратненько идем сюда. Ты прекращай, дружище.
Стоп. Стоп. Это наносит ему урон вообще хоть какой-нибудь? Да не особо ему вообще плевать. И чем его убивать? Я считаю это супер нелогично, если вы отбираете у меня все патроны и аптечки и насылаете на меня Биг Дэдди. Серьезно. А, то есть это вообще не наносит урон. Кайф. Да быстрее ты! Идиотина. Все еще не стоит. Давай, давай. На вот этих штуках, вот этих самых. Деремся. Я уже почти сдох, так что дай мне, пожалуйста. Сдохну чутка. Не сами наводятся? Он умер, все отлично. Где малая? Малая? Ты где? А-а-а, тут были эти баллоны. Ну и гений определенный. Тут же были баллоны. Есть аптечки. По 17. Да и деньги есть, все в порядке. Что ты начинаешь? Чё призвать? Что это было, мать вашу? Я не знаю. О, да, эти дешевые хилки, это такой кайф. Где надо? Так, 16 долларов, допустим. У меня есть баллоны, вот эти, дофига. Поэтому можно, в принципе, что-то поделать. Если что, вернусь за еще несколько. Я. А, нет. Стоп. Иди нафиг. Посмотрите на этого ковбоя. Чё? Ковбой у нас, да? А я курю на фриме, если чё. Правда, у меня нет ломика, но есть ключ. Да. Кто там ржёт? Блин, мне столько вот этого напалма и жидкого азота выдали, а я так быстро его потратил. Попала лопата, мне напугала лопата, кажется. Честно скажу, на секунду мне показалось, что там идет Биг-Биг-Биг. Вот это свечение, типа. Опять гнилая тыква. Опять гнилая тыква. Еще одна. Так. Здесь что-нибудь есть? Здесь нет ничего. Нам не сюда. Так, убойная сила, скорость дробовика, дальность химраспыления. Слушайте, я даже не знаю. Убойная сила дробовика, наверное, это вообще идеально. Ты в порядке? Дима? Добро пожаловать на распродажу!
смысле. О, смотрю, там кто-то есть. Секунду. Сдохла? Вроде да. Давай, тухни. Уже. Все. Идем. А, маркет. Идеально. Почему здесь сейфы механические, но взламываются как-то странно? Так, а сегодня что? Сегодня вторник. Сегодня вторник, значит, все отлично. Опять показываю, что кто-то топает. Так, новая локация. Вот. Отлично, патроны для дробовика. Так, что здесь? Мне показалось, что тут что-то было. Ладно. Флешбеки. И что это? Между тем, продуктовый рынок. Давай, откроемся. Нет. Джулиет, если хочешь проводить время с моими пчелками, что ж, мне придется брать с тебя деньги за удовольствие. Если я еще раз выйду и обнаружу, что ты толчешься рядом с моими ульями, то возьмусь за ружье. Что ж до твоего вопроса, да, я хоть и с трудом припоминаю, чему учат в школе пасечников, но вроде там что-то было связано с тем энзимом, о котором ты столько болтаешь. На секунду мне померещился Танос. Что происходит? С кем дерусь? Здрасте. Не туда. Все, не попал. Кто ржет? Фига ты кастуешь, конечно. Офигово. За спину что-то кастуешь? Не кастуешь. Я чуть не умер. Опять. Против вот этих сволочей нужно использовать другой. По-другому они не дохнут. Дохнут, но долго. Сыр с плесенью. Да. Самый нелюбимый. Дети с их длинными песнями. С их жуткими занятиями. Что же я делаю? Что же я делаю? Что ж я за идиотина такая? Да япона мать. Их маленькие пальчики тоже были там, совсем рядом. Че у меня есть вообще? О. Три! Иди нафиг! Нафиг, дружище. Мистер Бабушка, не надо его меня убивать. Ладно, хорошо. Договорились с вами. Так. Малая, сюда. Да блин. Нет. В смысле нет? Да.
Крыш. Спасибо. Наступающий тьме, ты зажег свечу. Ты спас малышек, хотя мог проявить жестокость. Я кое-что передам тебе в знак благодарности. Дай денег, лад. Я готова к основе свадьбы. Канал Ева 2. Типа апгрейд? Опа. Мое, мое. Так, там хватайте что-то. Взрывающийся картечь. Вот это офигительно. Что здесь? Вот это мне надо. Что здесь? Мина и клярить. Не знаю, как это еще называть. Так, ну, нужно использовать окружение. Фига. Чё они горят красненько? Ой. Чё, себя не убил? Боже. Боже. Это опять мистер Бабблс? Да. Понял эти звуки. Подводные, так называемые, издает мистер Бабблс. Тайна раскрыта, гайз. За 10 лет в этой дыре я привык к очень низкому уровню жизни. Но даже на самом дне аквариума человек должен держаться принципов. В этой жалкой забегаловке Морли начал разбавлять свое отвратительное вино водой. Когда я его в этом обвинил, он мне заявил: «Пьер, не волнуйся, вода дистиллированная». Зато вода дистиллированная, да. Дети с их длинными играми, бессмысленными песнями, с их жуткими занятиями, с их пугающими папочками-зомби. Что же, мы все приложили руку к великой цепи усилий. Там и моя рука, и рука Фонтейна, все мы за нее тянули, а она тянула нас. И все же, эти дети сущие проклятия. Однако... Не я один тянул за цепь, породившую их. Нет. Их маленькие пальчики тоже были там. Совсем рядом. Что ты несешь? Лично. А, теперь я могу еще ячейки других тоников покупать. Или я и раньше мог. Уровень насекомых. Вот это прикольно. Человек какой-нибудь тут было. Это мне не надо.
так идеально. Так, нам получается нужно купить вот это. И купить что еще? Где это замораживалка или как там она называется? Не вижу, наверное, я уже ее купил. Ладно, ровно секунду. Все пожалуй. О! Рука вся укусана, по ней бегают пчелки. Боже, какие ненавижу насекомых. Адам действует как благотворный рак, уничтожая врожденные клетки и заменяя их на нестабильные стволовые разновидности. Именно эта нестабильность порождает удивительные свойства. Но она же является причиной косметического и ментального ущерба. Нужно все больше и больше Адама, чтобы сдержать лавину. С медицинской точки зрения это катастрофа. С деловой? Ну что ж, Фонтейн видит возможности. Офигеть. Что нам надо сделать? Так, успокоились. Опа, шоколадка. Все мое. А, таймер. Таймер на сколько? Количество времени, так что надо торопиться. Но я уже не помню, что нам здесь надо. Совсем дура. А, обнимашки. Немножко. Они умирают от немножек. Давайте. Это еще есть, опа, это ловушка. Скорее всего, пчелок можно убить. То есть с каждым разом ходят эти дебилы. Только не пчелы, только не... Ой, ай, ай. Немная штука. Нет, сейчас взорвется. Сейчас взорвется. Так, а если я сделаю вот так... Нифига не будет. У меня только пчелки нападут. Че, ну не надо. Че он тут делать? На. Бедзедаст. Так. Ладно. Че мне надо телекинез взять? Я могу их туда отправить, чтобы их пчелки жрали. Допустим. Надо просто осмотреть ульи. Думаю, надо что-то конкретное найти. В смысле, что-то конкретное искать. Просто... дегенерат можете купить, пожалуйста? Спасибо.
хорош. Пчелы и убийца. Как ты не сдох? Какой ты жирный. Чё ж ты такой живучий? Меня тоже жрут. Видимо, этих дебилов надо убивать сразу же при входе сюда. И еще не обыскал. Свалить его нафиг отсюда, идиота. Что же вы творите вообще такое? Ну нафиг. Еще не все? Сколько их надо вообще? До сих пор не все. Что ж такое-то? Что ж такое-то? Чтоб ты сдох, дружище. Почему за ним почему не летают? Почему все так несправедливо? Пчелки, пчелки ушли. Издеваетесь, вы серьезно? Вот. Все? Все? Да, наконец-то. Не хотите еще? Беги! Беги во тьму! Уже. Гореть. Бай-бай. Так, ладно, идем отсюда. Эндрю Райан задает вам простой вопрос. Вы человек или раб? Мы не будем рабами. Зачем они носят маски? Может, они еще помнят, какими были прежде? Как раньше выглядели? Где им стыдно? Верно. Есть небольшой шанс того, что они грёбаные фанатики. Что это такое-то колесо? А, это колесо. Опять сыр. Кто дети это говорит? Должны нормально функционировать, чтобы производить Адам. Я надеялась, что мы доведем их до вегетативного состояния, чтобы с ними было проще управляться. Мне трудно находиться рядом с ними. Даже с этими имплантатами в животе, они все равно остаются детьми. Они играют, поют. Иногда они смотрят на меня и играют дальше. Иногда они улыбаются. Представляешь, детям свойственно улыбаться. И играть. Что это? Эволюция в бутылке. Вау. Что там? А, теперь надо дистиллированную воду искать. Подобные миссии. О, батареи советские. Так, это уже не смешно. Здесь что? Сволочь. Кто бы это ни поставил.
сволочь. Странно работает. Что ты сказал? Я красивее Гарбо? Ну. Кулите. Ты виновата. Ты. Блин, бочки ваншотят. Да вы издеваетесь, да? Вы серьезно? Опять мистер Бабблс? Так, нафиг мне алкоголь. Да нафиг мне ваш алкоголь! Тебе немного сдохнуть. Окей? Окей? О, то что надо. Что надо. Отлично. Еще будут баллоны? Пожалуйста. И еще баллоны. Ведро тоже сгодится, действительно. Ты где? Где, дружище? Вот я. Идем играть, мистер Бабблс. Возможно, в доту. Не факт, но возможно. Ща, я перезаряжусь, я быстро. Я быстро, дружище. Ты мертв. Фига, птичка. Все в порядке? Ты слышал, что Эндрю Райан взял под свой контроль Фонтейн Футуристикс? Я с ума схожу. Успокойся, милая. Жизнь, но это меня убивает. Мы отправились в восторг, чтобы избавиться от вмешательства государства в частный бизнес. Конечно, Мэри, но Эндрю Райан ни над чем не захватывал контроль. Совет просто поручил ему вести дела Фонтейн Футуристикс, пока расследуется преступление Фрэнка Фонтейна против жителей Восторга. Отлично. Очень скоро все опять... Спряталась эта бутылочка с водой. Так, телекинез. Ну я считаю здесь телекинез каким-то супер-имбовым. Смотрите, он же ваншот. Еще одна водичка. Отлично. Что это? Выглядит уже неплохо. Еще вода. А это все. Куда дальше? У тебя уже собраны все компоненты для приборов. Да. Если да, то иди на батисферную станцию. А потом обратно в лабораторию Лэнгфорд и залей это ведьмино зелье в распрыскиватель. Оно поможет справиться с туманом. О, да, мед и дистиллированная вода — это ведьмино зелье. Даже не 7. Вот я просто убью. И еще. И еще. Ну а зачем мне я все это соберу? В какую сторону эта станция? Мне интересно. Камера. В какую сторону выход вообще?
твою мать. Где выход? Где выход? Иди ты. Ах, ты, наверное, проще будет сдохнуть? Ничего. Возродился там где-то. Потому что я понятия не имею, куда бежать. Плюс там еще один мистер Бабус ходит. Bubbles. Я, конечно, понимаю, что у меня есть... Вот это, но... Ебаная мать. Вы чё вообще творите? Так... Такое делать не надо, гайз. Вот такого мне не надо. Серьезно. Рынок. Нам куда вообще? Маркера-то нету. Без маркера ведь я слепой. Чё делаете? Вы чё делаете, мать вашу? Вы же просто неадекватные. Просто неадекватные. Еще вот этого сюда привел. Вы чё? Вы чё? Сюда идет, наверное. Идет сюда. Где здесь люк? Где здесь люк? Я просто хочу поспать. Только поспать. Где здесь люк? Свет сияет даже здесь. Можно просто уйду, спасибо. Так, так, так. Меня, конечно, извините, но эта серия будет 50 минут, потому что я немного в шоке от того, сколько здесь больших папочек. Так называемых мистеров Би, мистеров Бабблсов. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на мой Twitch. Всем пока.